Всех приветствую на своем канале. Сериальное видео приветов, которое будет выходить исключительно в приветах. Приветы у меня тут накопились. Я чувствую, что у меня очки слегка заляпанные. В общем, начну я, пожалуй, озвучивать приветы, потому что, возможно, в ближайшее время ко мне нагрянет родня, и опять не получится ничего записать. И еще меня тут слегка вдохновило на мыло внезапно. Я уж не помню, когда я его последний раз делала. Я помню, что обещала без очков, но без очков я буду вот так вот. И нифига не увижу. Даже если увижу, то это будет не совсем так нормально. В общем, приветы. Алена Апрелева, привет. Кристина Гунжуа, привет. Виктория Фокус, привет. Катя Аверкиева. Катя Мурашова, привет. Анюта Мишустина, привет. Ирина Устинович и Настя Гакайка. Надеюсь, правильно произнесла или написала фамилию. Если что, вы меня поправьте в комментариях и простите, пожалуйста, на всякий случай. Роал Пошер, привет, вот именно в приветах. Вообще подозреваю, что возможно в обзоре, но я решила, что привет пусть будут в приветах. Как-то, чтобы не перечислять всех подряд. И вроде как привет все-таки лучше сами по себе. Владислав Дорофеев, привет. Виктория Самойлова, привет. Лидия Хамидова, привет. Иванова Злата, привет. Пляскиной Ларисе Георгиевной просили передать привет. Привет вам. Нисковская Настя, привет. Тася Малиновская, привет. Алина Гольцова, привет. И еще маленькая такая объявочка. Люди, если вы хотите, чтобы я прорекламила в видео ваш канал, не знаю, почему я, хотя подозреваю, что, точнее, в курсе, что вообще-то, может быть, пук не в курсе, что на YouTube сверх дофига блогеров и вроде как более крутых намного и, соответственно, с большими просмотрами и большим количеством подписчиков. Если вы хотите, чтобы я прорекламила ваш канал и при этом пишите мне в личку, ВКонтакте или еще куда-то. Ребята, пожалуйста, давайте без глупой лести, без всякого там гонора своего, негатива и прочего, с какими-нибудь там подколами. Если вам этого хочется, чтобы я вас там что-то прорекламила, да, скидывайте ссылку на канал, просто об этом пишите, а не я такой-то, такой-то, я могу вам что-то сделать, ты обращайтесь ко мне. В общем, я не знаю ссылку на канал этого мальчика, но, как я поняла, по страничке ВКонтакте, он то ли фотограф из Казани, то ли видеофотограф, то ли что-то такое. Ну, в общем, с фотографией и видео явно работает. Конечно, мы в личке там, я так поняла, разошлись во мнениях, но мне не сложно. И, в общем, привет, это не привет, конечно. Эльгар Мавликеев. Ребята, если вы его загуглите и найдете в YouTube, пожалуйста, приходите на его канал, смотрите его видео, подписывайтесь и обращайтесь к нему как к фотографу. На этом все, до новых встреч, пока!